Как стать успешным бизнесменом? В Чувашии вам охотно раскроют секрет, чтобы начинающие и действующие предприниматели смогли получить ответы на главные вопросы. На площадках республиканского бизнес-инкубатора постоянно проводятся консультации, семинары и тренинги. Что еще дает бизнес-инкубатор, чтобы бизнес взлетел, расскажем в нашей программе. Они работают для того, чтобы делать квартиры, дома и офисы уютнее. Чебоксарская фабрика «Дверей Плюс» занимается производством межкомнатных дверей. Производство автоматизировано. Путь от сборки до упаковки двери проходит на современных европейских станках. Но поначалу, признается предприниматель Ринат Фархаев, было трудно. Были сложности финансовые, были сложности организационные, были сложности как бы и в подборе производственных помещений, производственных площадок. Но, как вы видите, мы уже как бы эти все сложности преодолели, и компания достаточно работает успешно. Под крылом республиканского бизнес-инкубатора развивать дело стало гораздо проще, признается Ринат Вархаев. Его фабрика смогла получить бесплатные консультации. Такой формат общения всегда востребован. Решалось очень много вопросов юридического характера, финансового характера. Требовались информационные знания как бы по оппозиционированию себя, скажем, на рынке. Мы всеми этими консультациями довольны, и как бы они нам помогли в развитии нашего, скажем, небольшого бизнеса. С республиканским бизнес-инкубатором мы как бы сотрудничаем давно. На сегодняшний день вот мы сотрудничаем с ними по проекту выращивания по линии МСП. Довольно-таки часто обращаемся с консультационными заявками, где в течение там, 1-2-3 дней, в зависимости от характера нашего вопроса, мы получаем и наши ответы. В год РБИ проводит более 400 таких консультаций. Не только в Чебоксарах, но и по всей Чувашии. Так, консультациями и семинарами пользуется менеджмент завода по производству керамического кирпича в Красноармейском районе. Современное автоматизированное предприятие «Кетра» существует 6 лет. Его проектная мощность – 60 миллионов кирпичей в год. Даже если бизнес прочно стоит на ногах, поддержка не будет лишней. Технология производства нашего завода заключается в добыче и переработке глинистых материалов. В процессе этого сушим, обжигаем и получаем крупноформатную керамику и облицовочные кирпичи. Не только словом, но и делом. Прежде чем создавать что-то с нуля, необходимо составить бизнес-план, оценить потенциальные риски, возможную доходность бизнеса. Специалисты бизнес-инкубатора окажут поддержку на всех этапах становления и развития бизнеса. Мы за прошлый год написали более чем 90 бизнес-планов кредитных организаций, различных фондов. Бизнес-инкубатор у нас проводит различные конгрессные мероприятия, форумы, круглые столы о проблемах предпринимательства. Мы проводим также маркетинговые исследования раз в год, изучаем проблематику и стараемся ее вынести на публичное обсуждение и повлиять как-то на эти проблемы. Также мы проводим различные семинары, обучающие программы совместно с нашими партнерами, включая через Дни малого и среднего предпринимательства, которые проводятся на территории всей республики. Дни малого и среднего бизнеса проводятся в течение года, с февраля по декабрь. Механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, финансовое планирование, налогообложение, бухгалтерский учет. За круглыми столами обсуждаются самые актуальные вопросы. А еще бизнес-инкубатор – один из организаторов Всероссийской выставки народных промыслов. Неповторимые изделия и сувениры ручной работы всегда высоко ценятся. Для начинающих предпринимателей это хорошая возможность заявить о себе. Хотите вывести свой проект на международный уровень? И тут на помощь придут специалисты. Мы также помогаем предпринимателям с точки зрения поиска деловых партнеров как в России, так и за рубежом. И абсолютно неважно, это человек, который
студент или школьник, который пришел своей идеей, или это уже действующий крепкий средний бизнесмен. И это еще не полный перечень услуг. Специализируется республиканский бизнес-инкубатор и на привлечении в бизнес как можно больше молодежи. О том, зачем и как начинать свое дело, победить в себе Соню и вдохновиться на самые невероятные свершения, молодые люди узнают на мастер-классах и бизнес-играх. О бизнесе надо говорить просто. Им нужно понимать, на чем они могут зарабатывать деньги сейчас. Нужно дать базу мышления, именно базу того, как они дальше смогут развиваться. Потому что этому, к сожалению, редко где обучают. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется тоже региональный проект по популяризации предпринимательства. Этот проект мы реализуем вместе с общественной организацией «Опора России». На территории всей Российской Федерации этот проект, конечно, реализуется. И здесь очень много внимания уделяется именно обучению молодых до 35 лет. Условиям ведения бизнеса, очень много обучающих семинаров, обучающих мероприятий, потому что это тоже одна из проблем, еще раз повторюсь, да, как правильно организовать свой бизнес, чтобы молодые люди могли свободно ощущать себя. РБИ не дает рыбу, РБИ дает удочку. Нет ничего невозможного, если вы действительно хотите открыть свое дело. Помните, главное – настойчивость и желание развиваться. И тогда у вас все получится. Ведь всему остальному можно научиться.